И всем привет, ребят, с вами Собранка, сегодня записываю новый ролик, слушайте, видеорик посвящен игровой тематике, и сегодня мы на нашем основном аккаунте будем тестировать одно очень интересное устройство. Сегодня мы поиграем на пушке рельса, как, ну, уже, не знаю, может быть, стало закономерностью, рельса стала супер актуальна в последнее время, и видосов я по ней уже записал довольно большое количество на Мега Доната, на второй канал, ну и на основной канал с рельсой, которая у нас стала супер жесткая на большом расстоянии. И, наверное, вчера я записал видос с крупнокалиберкой на Мега Донате и увидел, насколько жестко показывает себя это устройство в рамках матчмейкинга. И решил, почему бы не попробовать записать видос с этим устройством на основном канале, но записать его не на простом дефолтном дроне, не на каком-то кризисе, а записать все это дело на Аресе и на дроне Кемпер. Посмотреть, насколько большое количество урона проходит с этой рельсы, ну и что вообще в принципе можно сделать в матчмейкинге с этой замечательной комбинацией. Ну а если вам подобного рода видосы нравятся, вам нравятся обзоры с кемпера, то давайте постараемся набрать на этом видосе 150 лайков. Если мы наберем это количество, то я запишу такого же рода видос, только с рельсой не на крупные калиберные снаряды, а с рельсой на дальность. Гиперскоростную рельсочку попробую, протестирую и посмотрю, как это дело себя покажет и как это дело себя реализует. Поэтому, если вам это интересно, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и не забывайте про то, что прямо сейчас проходит у нас розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу в настройках игры, в аккаунтике его здесь можно найти, заходите, оформляете мой личный тег, так тимп, делаете дальше покупочку, заходите в описание, оформляете формочку, заполняете ее, ну и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Ну а я пикаю матчмейкинг, пикаю быстрый бой. Хотелось бы запикаться на какую-то большую карту, где у меня была возможность под сейва от противника и как раз таки более дольше пожить с этим замечательным кемпером. Если сейчас мне повезет, получится все это дело, то я был бы мега-мега-мега рад. Да, если сейчас меня закинет какой-нибудь на маленьк. О, хорошая карта, шикарная. Еще и 4 резиста, не так много у нас резов от рельсы. Так, ну и теперь мне надо только все выбрать более какую-то удачную позицию для моей комбинации. Ну и пробовать уже делать плотную накидочку урончика по противнику. Ну и посмотрим заодно, какие цифры здесь у нас с этой рельсы будут вылетать. Посмотрим, насколько большое количество урона будет лететь с этой рельсой. Плюс у нее довольно неплохие есть криты. Поэтому посмотрим, как себя это дело все проявит. Главное мне, конечно же, жить и стараться, чтобы у меня было full хп. Тогда у нас будет как раз таки проходить наш замечательный повышенный урон с рельсы. Так, не успел я попасть. Сколько вообще наносит по резисту эта рельса? 1200. Ну, я не знаю, мне сбили. Успели сбить мне ДДшку или не успели сбить мне ДДшку. Но по ощущениям она должна наносить очень неплохие цифры. Главное, чтобы по мне тут вот такие вот ребята сводки не наносили, потому что если мне будет залетать вот такие сводки и нас будет так жестко громить, то никакого смысла и попыток с реализацией этой комбинации нету абсолютно. Да, то есть если нас здесь будет выпушивать, то кемпер себя в рамках этого боя никак не проявит. И тогда мне лучше, наверное, просто взять и как раз таки перепикнуть. 7500 с рельсы? С крупнокалиборочки? 7 с половой? Ничего себе. А вот это 1300, только я не понял, как прошло. Так, ладно, давайте, наверное, мы все-таки перепикнем эту катку. Но, блин, увидев рельсу с уроном 7500, я немножко приофигел. Пикаем быстрый бой. Все-таки, ну, мне надо такую карту, где по мне будет минимально лететь урона. Да, где у нас тиммейта будет чуть больше жить, чтобы мы могли вообще посмотреть максимально эффективность этой рельсы с крупнокалиберкой. Ну и вообще, в принципе, я от крупнокалиберки немножечко был в шоке относительно недавно, да, когда записывал видос на Мегадонате.
Я не думал, что она настолько в хорошем балансе. Да, я что-то как-то думал, что эта рельса особо не актуальна, она особо не жесткая, но когда я увидел, какие цифры она выдает, да, я немножко приофигел. Да, сколько урона можно накидывать с ней вообще, в принципе, да. Вот пятерка просто, это еще без кемпера дополнительного рабочего. А если с дополнительным кемпером рабочим, то 2700. А, мне урон опять залетел. Опять залетел минимальный урон. Так, ну вообще, блин, это очень интересная рельса. Конечно, не рельса на дальность, да, будем честны, не рельса на дальность. Но все равно, тот урончик, который залетает у нас с кемпером с этой рельсой, он выглядит очень и очень неплохим. Так, ну и кемпер тоже, как бы, доказывает тот факт, что с ним тоже можно такие сочетания реализовывать. Так, хотел я уже оверку прожимать, но вижу, что хп у меня крайне мало. У меня по резисту. Резист у меня одет был под ДМ-ку, поэтому давайте мы сейчас переоденемся на дефолт. Там был у нас гром, магнум, гром, гаусс. Возьмем давайте такой резист. Ну и постараемся пожить. Постараемся пожить, постараемся пострелять. Надеемся на то, что у нас получится все это дело вами реализовать. 3700. Железный ваншот ДАшного танка, если что, это был. 2880. Это тоже ДДшка повышенная. И гаусса сводка. Ептить, нифига себе, жесткая сводочка залетела мне. Блин, ну хорошо. 2800 по резисту это залетело, да, у нас сквозная. Отлично, шикарная сквозная. 5300 урона. Пробуем по гауссу. По гауссу 1200. Маловато, если честно. Маловато как-то. По ощущениям, как будто должно было быть больше. По ощущениям, как будто должно было... О, 2900. Это уже другой разговорчик. 2900 уже нормально будет. Нормально будет. Так. Ладно, попробуем сейчас вот этого молодого еще респануть. 3700. Есть контактик. Эйс, контактик. Так, 2800. Это по резисту 2800. По резисту 2800. Неплохой урон. Так, падает у нас оверка на центре. Попробуем ее забрать, если у нас тут тиммейты ее не украдут. Так, жмем Оуди вот такой вот интересный. Так, и пытаемся слить. Хорошо, сливаем. Без повышенной, правда, ДДшки сливаем. Здесь мы дроповые ДДшки нигде не имеем, да, с этой левой зоны. Жалко. Это бы ДДшечка бы где-то бы падала бы слева. Было бы очень и очень хорошо. Так, гаусс на сводке стоит. Ждем ДДшку повышенную и пробуем с ДДшечки 2000. Маловато. Попробуем еще добавить. Нет, не отлично. А чуть 1000 урон только залетело. Это там кризис, что ли, на ДАшке? Скорее всего, это кризис ДАшный. 2500. И еще одна 2600. Хорошо. Пойдет. Зареспили. 9 на 2 пока что мы двигаемся. Ну и у нас 50 точек уже. Блин, довольно быстро все двигается. Шикарнее было бы, если бы чуть подольше бы эта ситуация была у нас бы. Чуть-чуть бы длилась. Так, пробую еще добавить урончик сразу. Очень быстро ДДшка на кулдаун уходит у... как раз таки замечательного кемпера. Это, конечно, не есть хорошо. Да, она сильная. Да, она с хорошим повышенным уроном. Но то, что она заканчивается так быстро, это, конечно, всегда не так приятно. И всегда это больше в минус, да. 1400 урона залетает. Рельсы с крупнокалиберной. Так, еще 1400. На кемпе стоит у нас замечательный титанчик, но по нему я не успел дать тычку. Падает овердрайв дроповый. Попробовать надо забрать дроповый оудик. Так, переводочку не успел дать. Заберем сейчас дроповый овердрайв. 2800 по резисту, без ДАшному. 2800 у нас залетает. Пробуем прожать вот такой вот замечательный овердрайв, чтобы у нас цепочка пошла по противнику. Так, и ДДшка. Где бы ДДшку нам взять? Вот здесь вот, если бы не было точки, падала бы в этой зоне бы ДДшка. Так как у нас в этой зоне стоит точка, то здесь в ЦП этого нету. ДДшного дропа вкусного. Так, 5000. Нифига себе, с рельсы это я еще без повышки дал.
Ух ты, еще 5000 сюда. 5000, наверное. 5000 это очень хорошо. Так, переводочку не успел оформить. 92 точки у нас уже есть. Так, ну и это все дело выглядит как досрочка. Как досрочка даже. Я уже на кемпере агрессивно пушу противника. Уже настолько рельса, в принципе, сама по себе наносит хороший урон, что уже даже в моменте можно и на подпушинг сыграть. Но у нас тут 15 киллов. 15 киллов за полбоечка. Да? В целом, что я могу сказать? Ну, наверное, ну, не так супер сильно, как я бы хотел бы видеть эту замечательную рельсочку, да? Ну, давайте попробуем еще запикаться, может, у нас какую-нибудь маленькую карту запикать. Это у нас такая супербыстрая какая-то произошла битвочка и не получилось на максимум реализовать. Но вообще сочетание прикольное, да? Сама вот эта ареса рельса, я вчера играл на бездонате на ней, где у меня упал как раз-таки замечательный Crazy, о, Crazy, говорю, там, где мне упал, упала реса на дальности, да? Ну и там с ареса рельсочкой получается дать неплохой результат, да? Но там гиперскоростная рельса. Тут у меня все-таки рельса немножечко с другим устройством. Артурик запикивается в каточку, стоит пока что ФК. Возможно, с Артуриком сыграем. Артурик вообще старая легенда нашей замечательной игры. Давно его уже, если честно, не видел. Так, пробуем откатиться. Но опять получаем плотную плюшечку от противника. Так, 1700. Пробуем как-то покрутиться, помутиться. Забираем точечку. Так, есть дроповая аптечка. Бэ, ну и где здесь опять дроповая ДДшка? Падает ли здесь где-то рядом дроповая ДДшечка? Вот здесь вот? А, вот здесь падает дроповая ДДшка. Все, тогда я буду стоять примерно в этой зоне. Стараться накидывать урон на дальность. Так, вот, кстати, Артурик начал ехать. Надо с ним поздороваться. Поздороваться с Артурито. Так, ну и пока что, наверное, будем занимать вот такую какую-то интересную позиционку. Особо я выпушивать, наверное, никуда не хочу. Буду просто стоять. Буду стоять, накидывать. 1600. Да. Рельсой с кемпером на дальность. Я не знаю, сколько урон там будет залетать. Но по ощущениям, там будет прям вообще супер жесткие цифры вылетать на кемперочке. Но 150-очку, ребяточки, наберем. Я думаю, что попробуем в ближайшее время все это дело затестировать, реализовать. Конечно, это будет в рамках нашего спецаккаунта, потому что у меня на бездонате, где эта рельса упала, у меня там, к глубочайшему сожалению, нету кемпера. Да? И в ближайшее время у меня его точно там не будет. Поэтому, если что, реализация у нас, так сказать, будет на нашем спецаккаунте. Так, дроповую дэшку я забрал. Пока как-то так не очень, да? Не очень противник пикает. Урончик-то летит неплохой в целом, да? В целом-то неплохо. В целом хорошо даже, я бы сказал. По накидочке 3700. Но противник не особо открывается под наши зоны. И я бы мог бы добавочку эту вкусную бы делать. 2600. По мне даже не попал. Ничего себе. По мне даже не попал противник. Под право особо не пикает никто. Так, ну и, наверное, надо тогда попробовать запушить чуть. Агрессивно сыграть, может быть, под противника тыщенка. Реза под рельсы в этой катке, кстати, особо и нету. Да, хотя могло бы быть здесь побольше резистов, и было бы, конечно, потяжелее. Но само сочетание, конечно, ареса рельса мне как-то вот зашло. Как-то выглядит оно реально круто. 2600 рельсы. Попробуем еще одну дать. Хорошо, еще 2600. Так, попробуем такую оверочку прожать на этом фланге. Так. Хорошо. Через два танка, шикарно. Есть дроповая ДДшка сверху, заберем ее. Ну и попробуем, может быть, даже здесь закрепиться на этой позиции. Но противник как-то, ну, вообще уезжает без шансов. Как-то прям вообще без шансов уезжает. У нас, ребят, 1800 урона. ДДшки, кстати, у меня повышенной нету сейчас. Так, попробуем слить, наверное, вот эту вот смоку.
Ходим на низ, чтобы повышенная ДДшка появилась у меня. Так, пробуем набрить. 1700. Маловато. ДДшка у меня есть. Отлично. А, у меня опять не фулл ХП. Миллиметрик не фулл ХП. И сразу, видите, уже кемпер повышенную ДДшку мне не дает. Не дает мне дополнительную повышенную ДДшку. 1700 урона. Пойдемте, давайте, наверное, откатим в правую зону. Там, может быть, дроповая ДДшка лежит. Попробуем забрать ее. Ну и катка выглядит прям максимально простой. Да, в очередной раз. У нас по ощущениям здесь все максимально просто. Вот видите, должна была быть сквозная рельсочка, но сквозная у нас не залетает. Просто сквозная не летит. Так, Вика Смока. Центр тут кто-то открывается у нас. Щеночку такую плотненькую даем. Дроповая ДАшка, ДДшка. Сейчас ДДшку подрубим. И постараемся сразу на аптечки и на урончик. Вот так вот. Ага, понял. Слили у нас противника. Так, ну и... Попробуем вот этого титана дать. Птичку. Хорошо, 7 с половой вкусно. 7 с половиной мега вкусно. Так. Ну, стоим тут пока что. Стоим тут пока что, не двигаемся особо. Ждем, пока противник выкатится где-то. Ага, выкатился, но я не успел дать плюшку. Так, даем вот по этому. Отлично, 2600. Это по резу, скорее всего, да? 2600 залетает. Так, ну и... Что-то тут пока что противничек особо сильно не блещет, да? Это как-то... А, они уже все повыходили. Офигеть. Блин, ну вот так вот. Вот так вот, ребяточки, ливают скаточки, да? Вот так вот они просто берут и выходят с боя. Ага, ну так вот, да. Ну я думаю, что, например, с тем же Гиперионом у меня бы возможностей на реализацию было бы больше бы, чем с кемпером. Потому что у кемпера все-таки, ну хоть и есть этот повышенный урон, да, но я бы не сказал, что в этом бою и в предыдущем бою была так, такая прям максимальная необходимость в том, чтобы я имел вот этот вот повышенный урончик, да, то есть если бы это был бы кризис какой-нибудь условно, да, то я думаю, что это было бы явно поактуальнее, потому что у меня бы на постоянной основе был бы повышенный этот дополнительный урон. Да, здесь все-таки получается, что у тебя как бы он есть, этот повышенный урон, но в крайне таких замкнутых условиях он у вас есть, да, потому что тебе надо не открываться под противника, тебе надо чуть пассивнее стоять, чтобы, если что, не получить лишнюю большую тычку. Ну и нужно сохранять максимальное количество здоровья. Да, можно сыграть на УП, можно сыграть как настоящий кемпер, да, не умирать, жить супер долго и за счет этого давать киллы, но ваше общее количество киллов от этого, ну, не будет супер большим, да, с именно рельсой, с крупнокалиберными снарядами. Как оно показало бы себя, это устройство, говорю, этот бы дрон показал бы себя бы с рельсой на дальность, я не знаю. Поэтому я бы хотел бы протестировать, посмотреть. Да, урон хороший, да, но необходимости в этом дополнительном уроне практически, наверное, никогда не надо. Вот сейчас, конечно, ваншотнул, и это сработало, но таких ситуаций, где это прям жизненно необходимо, ну, я бы не сказал, что много, да? Где прям вам надо вот этот вот замечательный дополнительный повышенный урон, чтобы ваншотнуть оппонента и чтобы нанести ему такую вот плотную тычку, например, в 5000 урона. Да, а так, конечно, работает интересно и круто, когда ты можешь 7500 урона просто дать с одной рельсы. Ну и 16-0 мы, соответственно, заканчиваем эту катку в очередной раз с быстрой досрочкой. Пишите, что вы думаете по поводу крупнокалиберки. Ну, за рельсу, в принципе, я уже говорю, что она очень крутая, вот именно эта крупнокалиберка. Пишите, что вы думаете по поводу кемпера. Поддерживайте данный видос лайком. Давайте постараемся, как я уже сказал, 150-ку набрать, чтобы мы протестировали кемпера с гиперскоростной рельсой. Ну и также, конечно же, пишите в комментариях, какое вы бы сочетание хотели бы видеть в ближайшее время. Возможно, какое-то другое, да, там с кемпером, либо с каким-то другим вооружением, которое я должен протестировать, о котором я, может быть, не знаю. И это какая-то, может быть, лютая, жесткая имба. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.